Чего вы хотите? Узнать, с кем дружил Бар. Мои посетители крайне чувствительны, когда речь заходит об их правах. А если я им скажу, что ко мне пожаловал коп и расспрашивает о членах клуба? Я не коп. А кто же вы? Я работаю на адвоката Бара. Есть основания полагать, что он невиновен. Ну да, как же. Даже если это не так, кроме меня никто не продвинулся настолько далеко. Если поможете, я буду у вас в долгу. А если нет? Поменяете работу? Положите 3 в центр, тогда поговорим. Идет? Дадите пару патронов на разогрев. Пятнадцать сантиметров правее. Вторая попытка, мистер Уорд. Вперед, Янкис! Поехали! Вам нужно тренироваться, мистер Ричер. Вы ведь стреляли на кубке Уимблдона сколько? 10 лет назад? И я уверен, что вы не играли за команду Янкис в 25-м году. Что ж, я отвечу на один вопрос. Кто ваш лучший стрелок? Джеймс Барр. Я их снял, когда услышал, что он натворил. Вот это лучшая серия, которую я видел на гражданке. Даже в свой самый удачный день Барр не стрелял на службе так здорово. Я лично раздавал мишени. На каждой написанное мной имя. А вешайте их вы тоже сами? Вы это серьезно? Вполне возможно, что у Барра был приятель. Он и подменял мишени, возможно, с ведома самого Барра. Он чувствовал себя героем, что его мишени висели у вас на стене. Я не встречал стрелка, который бы сделал такое даже для своей матери. Да? Он хотел подвести Барра под обвинение в массовом убийстве. И использовал для этого ваше стрельбище. Барр приезжал не один, верно? Какой-нибудь чокнутый может вас пристрелить, если узнает про камеру. Потому там и камера, что кто-нибудь может пристрелить меня. Вот Барр. Он мне нравился. Всегда нравился. Вот. Он. Сукин сын.